Так уж исторически сложилось, что гараж у нас – это не только место для хранения машины. Для многих мужчин гараж – это и собственный автосервис, и склад запчастей, а порой и слесарная или столярная мастерская. В общем, место, где хранится много нужного, а порой и не очень-то нужного, но ценного инструмента и оборудования. Так что, если гараж не заброшенный, то в нем обязательно найдется чем поживиться. Так, скорее всего, размышлял один мелкий злодей, который совершил недавно целую серию гаражных краж в Зугрессе. Оперативники Зугресского отдела полиции задержали мужчину, который подозревается в серии краж на территории гаражного кооператива. Им оказался 34-летний житель соседнего Тореза, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Следствие установило, что злоумышленник довольно умело взламывал замки гаражей и выносил оттуда автомобильные шины, инструменты и прочие ценности. Часть похищенного он уже продал, часть оставил себе для личного пользования. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к 4 кражам. Возбуждено уголовное дело. Гаражному вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.